Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем свой неторопливый летсплей по игре Barrow Hill, по очень атмосферной, но при этом очень неторопливой старомодной игре. В последней серии мы не очень понимали, что нужно делать, но тем не менее в итоге добрались до определенных высот, достигли в игре определенных успехов. Сейчас я знаю, что нам делать, как нам поступить. Поэтому просто давайте смотреть. Для начала вернемся в номер Морзе. Он нам укажет... Так, какой у нас там? 6, 7, 3, по-моему. Да. Тут под подушкой у него лежит, как мне подсказали, полезная информация. 21 сентября, это уже поздняя запись из дневника. Я нашел ее, я нашел печать. Она расколота на мелкие куски. Бронза потускнела, но рисунок виден отчетливо. Я никому ее не покажу. Когда мы достанем из кургана артефакт, он снова будет свободен. И не останется никого, ибо мы все предстанем перед его судом. Слишком поздно, ибо мы забыли науку древних. И его охотники собираются вместе. Приближается страшный суд. Я борюсь с голосами, которые взывают ко мне из холма. Что я наделал? Безумие охватило мой разум. Я опозорил его. Я считал, что выполняю великую миссию. Но на самом деле это была глупость. Две части печати захоронены здесь, на холме. И пока они не соединятся, он не будет знать покоя. Один из двух обломков артефакта я спрятал здесь, на станции техобслуживания. Я записал его местоположение на случай, если моя память подведет меня. Кажется, только в этом месте мой GPS все еще работает. Такая-то частота. Чертов прибор. Даже эти координаты чертовски ненадежны. Если бы я только смог понять, что требуется для того, чтобы исцелить эту боль, чтобы завершить церемонию. Что это за подношение? Могут ли мои исследования пролить свет на тьму прошлого? Я боюсь, что это знание было утрачено много лет назад. Надежды нет. Я должен бежать немедленно. Охотник приближается. Слуги повелителя ведают смертью и разрушением. В лесах нет спасения. Я должен покинуть курган, пока еще не поздно. Покинул ты, мы знаем. Не удалось. Теперь можно убираться. Как вы помните, я знал, что нужно связаться с местной радиостанцией, но как-то не получалось. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Кстати говоря, вот это вот, я как-то не обращал внимания, думал, куча хлама. А это ведь тоже гора пепла, тоже кого-то убили. Так что у нас уже два трупа здесь. Доктор Морс около своего джипа. И этот непонятный человек около машины. Так вот, блин, я забыл. Включаем GPS-навигатор. И таким образом, единственное место, где он работает, это здесь. И одна половина артефакта у нас. Отлично. Можно выключить прибор. И теперь уже мы идем на автопилоте. Это все я выяснил просто за серией, пытаясь понять, что же мне делать. Теперь же у нас будет по-новому слепое прохождение. Но, насколько я знаю, нам нужно двигаться на кухню. Здесь у нас есть радио, которое мы сейчас включим. Похоже, сегодня кто-то решил составить мне компанию здесь, на холме. Честно говоря, я немного напугана. Но Уинси наверняка прогонит прочь незваных гостей. К сожалению, я не могу никому позвонить из студии. Но я надеюсь, вы можете дозвониться мне в прямой эфир на радио Barrow Hill по телефону 585-2131. Бедняга, одна там совсем. Точное время... Ой... На моих часах все еще 8:15. Но этого не может быть. Наверное, мои часы остановились. Может быть, кто-нибудь позвонит мне в студию и сообщит точное время. Напоминаю наш номер. 585-2131. Я приготовила для вас несколько музыкальных композиций. Наслаждайтесь ими и этой волшебной ночью. Бедняга напугана, у нее аж горло пересохло. Слышали по голосу? Сейчас мы с ней постараемся связаться. Так, секунду. Ой, что-то я много лишних движений слышу.
Так, ну давайте попробуем позвонить. Какой там номер-то? Кто-нибудь помнит? 5-8-5-2-1-3-1. Здравствуйте. Вы позвонили на радио Бэрроу Хилл. Сейчас мы не в прямом эфире, но через несколько минут... Кто? Боже мой! Кто это такое? Уинси! Тише! Уинси! Пас! Не подпускай его! Кого? Уинси! Кто там? Кто? Тише! Тише, Уинси, тише! Блин, Уинси! Держись, бедная! Иди сюда! Куда ты выбежал? Где ты там? Уинси! 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 О, боже мой! Что такое? Уинси! Твою мать! Алло. Так, ладно. Что творится-то вообще за чертовщина тут, ёлки-палки? И куда же мне теперь идти-то? Здесь я все совсем закончил. Есть подозрение, что нам нужно быстро двигаться вот сюда, потому что у девушки, как вы видите, серьезные проблемы, да? Так, ну тут все по-прежнему. Сейчас найдем, дорогая. Собака, похоже, все. Подожди, а что там лежало на полу? Ну-ка. Уинси. Это от Уинси все, что осталось. Уинси. Так, ну хорошо. Тут у нас выход. А где же? Куда я попал? Болото. И кто-то постоянно шарахается вокруг. Ощущение, что станция там. Ну что же здесь? Кладбище, что ли? На болоте, да вы издеваетесь. Ну-ка себе. Нет, GPS по-прежнему не в норме. Какой-то непонятный символ, да? Чуть нехорошее место какое-то. Да как сказать нехорошее? Отвратное место. Как они добились такого, что постоянно, несмотря на то, что здесь статичные картинки, постоянно ощущение, что за тобой кто-то наблюдает. Ладно, пойдемте пока дальше. Вот эти посторонние звуки вокруг. Прям до мурашек. Давайте поспешим. Ага, вот и она. Забралась тоже, да? О, это плохо. Дверь просто вынесли. Эми, ты где вообще? Уинси. Самосборный металлический детектор. Ну, то есть металлоискатель, да?
Ничто, никакие инструменты не нужны, батарейки не идут в комплекте. Хорошо. Винси, похоже, все. Как и ее хозяйка тоже. Но хозяйку пепла мы не видели, может, она убежала. Замечательно. Так, ну я думаю, во-первых, английская раскладка, а во-вторых, Винсей вроде как. Нет? Давайте посмотрим. Винцей. И не подошло. А что еще может быть? Ну-ка еще раз попробуем. Так, может маленькими буквами. Ну, это было элементарно. Интернет. Отсутствует доступ. Понятно, автономный режим. Избранное. Ты тут не на порно-сайтах. Привет, вы слушаете радио Barrow Hill, лучшее радио на всем Юго-Западе. Я Эмма Харри, и каждый вечер я веду эту программу, которая состоит из сладкого джаза, сочных ритмов и прогноза погоды. Наша радиостанция ведет свои передачи из фургона, который стоит у подножия Barrow Hill. Мы пережили все, от пожара до потопа. Честно, ливни и разлив рек превратили это место в настоящий заливной луг. Но мы еще держимся. Так, подожди секунду, я потерялся. Так, хорошо. Но мы еще держимся, и вы сможете слушать наши чудесные радиопередачи, пока нас совсем не затопят. Так что включайте свои радиоприемники и присоединяйтесь к нам. К студии я, Элис и мой пес Уинси. Вечер только начинается. Сейчас небольшой перерыв, а затем целых 4 песни без рекламы. Добро пожаловать на официальный сайт горного пирога. Щелкните по горному пирогу. Классический горный пирог. Рулетики. Тающий во рту нежный бисквитный пирог, покрытый сладкой сахарной пудрой и украшенный кусочками вкуснейшего шоколада. Понятно? Блин, аж жрать захотелось. Металлодетектор. Вот закрытый, ваша заявка убедила. Она недавно ее купила. Коллекционный солдовый виски. Неплохо так. А, проиграла. Приключения Чарли Клауна. Короче, участвовала на eBay и тому подобного. Погода. Великобритания, Корнуолл. Ну, плюсовая температура. Прохладненько. И так и будет продолжаться в ближайшее время. Обиходное научное название. То есть, как оно в обиходе, и что это на самом деле такое. Понятно, возможно, в будущем нам это как-то пригодится. Так, ну конечно, по второму разу пароль. Ладно, неважно. Фотки Уинси, ее любимой собаки. Блин, бедный диджей. Отражение в эфире написано. А тут написано «on air» по-английски. Вон оно как, Михалыч. Интересно. Кругом фотографии собаки, да? Вы слушаете музыку на нашей волне. Легендарное радио с вершины мира на волне 15.30. Понятно. Заглушки, короче. Так, я хочу выключить. Какого хрена? Это что такое? Где она это записала? Нафиг. Вы уже попробовали самую современную разработку стоматологической индустрии? Нет, спасибо, не надо. Вы уже попробовали?
Мы вещаем с вершины мира. Мы вещаем. Музыка с вершины мира. Короче, у нас так вот эта вторая вызывает какие-то странные эмоции. Мы снова вещаем. Ну что это? Радио Barrow Hill. Разборный металлодетектор. Металлоискатель. Справочник для начинающих. Работа с металлоискателем. Если вы решили посвятить себя этому хобби, не приобретайте для начала дорогой детектор. Простые приборы для начинающих позволят вам получить бесценный опыт работы с металлоискателем. Все приборы, даже самые простые, откроют перед вами чудесные возможности для поиска сокровищ. Но только объединив ваши знания и умения, вы достигнете успеха. Теория и практика. Для начала изучите историю вашей местности, исследуйте приборам доступные. Понятно, но это инструкция. Копайте всегда. Хорошо. Уважайте землю и частную собственность. Конечно. Рекомендации. Человек с металлодетектором всегда привлекает внимание. Пусть люди привыкнут к вам. Работайте. Понятно. Грибы, кстати, нам могут пригодиться. Это мы взяли, похоже, один, да? Еще один. Все к нам в корзинку. Скоро сможем еще один дар намутить, похоже. Чайник, чашки. Так, ну и что, все тут похоже, что ли? А где, собственно, металлодетектор? Я его не нашел. Вроде как больше ничего нет. Хотя, вот он, по-моему, лежит как раз. Бейчер, Barrow Hill Radio. Хорошо. Ладно. Ничего не понимаю, что делаю. Так, ну вот этот вот круг, он должен внизу быть. Как бы и на нем должна быть вот эта штука. Но... Так, хорошо. Нам нужна инструкция. Без инструкции мы тут, похоже, долго вошкаться будем. Подожди. Самосбор. Ну вот он вот так выглядит. Ручка. Потом идет вот эта вот палка. На ней намотана проволока и внизу. В принципе, все доступно так обрисовано, но... Так, ну вот ты вот встаешь на место. А вот ты почему не наматываешься? А, ну вот, хорошо. 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 Осталось тебя как-то пришпандорить. Почему же ты не встаешь-то, а? Так, ну ладно, теперь мы знаем, как собирать, поэтому давайте еще посмотрим. Может, я что-то упустил? Ну нет, она как раз снизу стоит. Давайте еще раз этим займемся. Так. Да она даже знаешь, когда как собирать, она все равно зачастую криво встает. Так. Видите? Нужно именно пиксель, нужный угадать. Чтобы повернуть как-то можно. Больше тут ничего нет? Фу, я не знаю прям.
Давайте почитаем еще вон ту инструкцию, которая у нас вот тут лежит. Так, ну тут рекомендации только. Хорошо. Может, тебя сначала поставить? Она тупо не встает просто. Давай соберем все как по маслу. У нас идет. Все поставили. Но ты, собака, не хочешь. Блин, дурдом какой-то. Может, я еще что не вижу? Что-то упустил? Какую-нибудь детальку? Так, что же еще может быть? А, вот, наконец-то. Отлично. Я уже думал, что залип. Ага, батареек нет. Хорошо. Но мне нечем его подзарядить, да? А, так, ну ладно, пока, похоже, возвращаемся, что ли? Мусорки ничего. Номер. Но он нам вроде как ничего не даст, но тем не менее постараемся запомнить. Так, ну тогда я даже не знаю. Похоже, что это было. Мне показалось похоже. Да, давайте двигаться обратно. Кто тут вообще? Давайте по-быстрому, мне что-то не нравится совсем это место. Все без изменений. Пепел еще дымится. Бедная собака. И бедный диджей. Бедная девушка. Ты жива? Я убежала после того, как ты позвонил. Я пыталась бежать, но что-то тащило меня обратно. Обратно, в круг. Каждый раз в моем сознании что-то принуждает меня вернуться на холм. Я не могу, не могу. Оно пришло за мной. Уинзи отвлекла его. Боже мой, бедная Уинзи. Она спасла меня. Это было ужасно. Плоть. Горячая плоть. Он все еще голоден. Он смотрит на меня из темноты. Но почему я? Почему я? Почему? Почему оно пришло за мной? Капец, ты хоть скажи, где ты находишься? Я не понимаю, сказала бы, где находишься, я бы хоть подошел бы, ну, вдвоем-то. Бен? Нет, не смотри на меня!
Меня здесь нет! 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 Твою мать, и с тобой что ли? Нет! Ух! Нет! 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 Бен? Твою мать, быстрее назад. Да заходи ты, ну. Давай, давай по-быстрому. Да, хоть ты-то что-то лезешь каждый раз, блин, без тебя тошно. Офигеть. Бенни. Бен. Есть подозрение, что Бен умер. Но я не вижу пепла. А, вот оно, понятно. Ну что у нас? Никого не осталось. Так, понятно. Ну что, давайте на этом прекратим, я думаю, эту серию. Следующий будем разбираться, что же у нас в этой комнате. Да, как вы видите, постепенно события неторопливо, но разворачиваются. Это какой-то кошмар уже творится. Просто очень жалко эту девушку. Надо будет постараться ее как-то спасти. Но она не хочет, чтобы ее спасали. Она не говорит, где она находится. Хотя мы все тут на одном небольшом холме находимся. Тем не менее, увидимся в следующей серии. Надеюсь, там все у нас будет получше, потому что в этой серии какой-то кошмар творился. Тем не менее, теперь у нас есть доступ к камерам видеонаблюдения. И скоро мы, собственно, запустим свои лапки в систему слежения. Так что, надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.